Вы знаете, даже скажу честно, мне самой странно, что я не записывала раньше видео о Light Blue. Я как-то не воспринимала раньше этот аромат. Он мне казался очень крутым, но как-то я никогда не хотела его, не знаю почему. Сейчас вышло столько фланкеров, и мне очень нравятся этой весной ароматы, такие чистые, цитрусовые, с древесными какими-то аккордами, с травянистыми, и мне кажется, Light Blue это просто супер. Мне уже в комментарии написали, что он отличается от предыдущей версии 2003-2001 года, но что поделать, имеем, что имеем. Соответственно, здесь у нас классический состав: белороза, жасмин, сицилийский лимончик, кедр. В общем, все, что мы любим. На самом деле, беспроигрышный вариант. Да, да, отличается, чем раньше. Мне показалось, не такой стойкий, но что поделать. Следующая версия Intense. Этот аромат тоже нашел своих предпочитателей, но мне кажется, он грубоват для девушек. Он все-таки такой более мужской, на мой вкус. Не настаиваю. Forever это моя пока что number one позиция из вариантов Light Blue. Возможно, из-за цветков апельсина. Он такой воздушный. Italian Love имеет сходство для меня с Santalum 30. Напишите, если вы так не думаете, но реально здесь что-то есть, возможно, сандал, вирджинский кедр, вот эти вещи, они прям сходство я нахожу между санталом. Love is love, на самом деле такая конфетка вкусная, очень веселый, позитивный аромат, такой моложавый, классный, мне кажется, его нужно носить, когда у тебя очень классное настроение, и он беззаботный, он сладковатый, на любителя. Но напишите, если его любите вы. Ребят, я на самом деле очень люблю ароматы Dolce & Gabbana. У меня есть несколько в коллекции ароматы этого парфюмерного дома. Любите ли вы их? Напишите, какой ваш любимый Light Blue. Спасибо большое.